Вся жизнь, которую я прошел, это фильм, который прошел передо мной. Это вообще не моя жизнь. Это прошло как во сне. Я в этом фильме ощущаю самого себя и нечто, находящееся вне меня. Мне кажется, что это вне меня. Для чего это? Для того, чтобы ты почувствовал реальность, поделенную надвое. Зачем мне это? Это деление надвое дает тебе возможность познать то, что кроме тебя есть Творец. Ты тем самым начинаешь развиваться, мудреть, привыкать к пониманию того, что кроме тебя существует еще нечто. И относительно этого нечто у тебя есть определенные проблемы. Что относительно этого нечто в тебе возникает плохое отношение. Ты должен познать, что это отношение злое, у тебя проблемы с этим связаны. Все эти проблемы от него или же от тебя начинают тебя приближать к осознанию того, что тебе стоит связаться с тем, что находится вне тебя. Все это для того, чтобы продвинуться к состоянию, когда нет ничего, кроме единой реальности, находящейся в тебе. И когда ты ее постигаешь, внутри ты постигаешь Творца.